брюках, да. Вот я сейчас буду себе покупать брюки. 12 размер, были $49, стали 4,89. Видите, клиренс 90%. О. Вот такие цены. $7. Ну, разные, как бы 4, 14, 5. Разные очень цены, очень разные. Вот именно на клиренсе тут и кофты по $4. Всякие разные. Вот, 3,69, вот такая вот маечка, кстати. 55% лен. Цена 3,69, видите, вот так она выглядит. Летняя, вот такая 4, только 6. Разные цены. Такие скидки. Итак, смотрим, насколько я сегодня сэкономила денег за 3 покупки. Смотрите, я купила сегодня в магазине. Это такой, как бы, летний такой сарафанчик. Так. Это, естественно, все мято, никто не глазил, потому что только что с магазина. Вот такая вот рубашечка розовенькая, женская это все. И вот такие вот брючки. Вот сколько я сегодня сэкономила. Я сэкономила аж сегодня, смотрите. Так, сейчас покажу. Вот. Я заплатила всего лишь 19,75. Total discount $119.73. То есть должно было быть оплачено, получается, $119, видите, 73. А заплатила я всего лишь 19,75. Вот, вот представьте. В принципе, я сэкономила на $100. Вот представьте. То есть вот эти вот штаны, получается, вот цена была $49. Тут, наверное, плохо попадает, видите, $49. Купила я за 4,89, 90% офф. Вот эта рубашечка была $30, стало 7,49. 70% офф, так? Это как я сегодня сэкономила. Научу вас экономить. И вот так было. $59, стало 5,89. 90% офф. Это у меня, видите, тут такая лампочка горит. Видите, поэтому оно немножко такое отсвечивает. Вот так вот можно сэкономить. Вот за 3, получается, покупки. Неважно, что сейчас у нас зима, но, в принципе, пару месяцев, и тут можно одевать, тут и в рубашках, и зимой ходят. Вот за 3 вот эти покупки. Сарафанчик, рубашечка и брючки я отдала всего лишь $19.75. Вместо 119 я вам сейчас показывала. Чек, конечно, да. Хорошая скидка. Дискаунт, можно сказать, хороший. Видите? Не 19, не 119,73, а 19,75. Вот так вот. Вот как нужно экономить.